самая главная большая ошибка сегодняшнего матча была моя. Это то, что на поле был Сергей Абрамов, который просто-напросто подвел команду. Я его выписал вместо Алимау, который тоже перед этим ошибался на площадке, хотел с ним поговорить, и выписал Абрамова, который взял сегодня и подвел команду своей красной карточкой. Для нас эта игра была очень важна именно в плане того, чтобы мы не рухнули именно психологически. Очень хорошо начали игру и тактически играли, старались грамотно. Понятно, что мы не можем сегодня соревноваться с Диной по контролю мяча и по голевым каким-то моментам, но мы старались выдерживать свою игру. И до определенного момента все получалось. Дине удалось нагнетать, а нам, я думаю, надо было просто сыграть построже в обороне, может быть, даже где-то попроще, потому что оставалось играть не так много времени, и, в принципе, надо было удержать просто это преимущество до конца встречи, ничего не наращивать, а просто построже сыграть, не дать сопернику забить, вот и все. В счете даже 4-1, мы не опустили гол, создавали моменты, шли, били вперед и достигли результата.